гостях у Елены. Всем привет! Бусинка, скажи всем привет! Сегодня будет влог о бусинке. Точнее, это видео я посвящаю для Еленочки Васюренко. Леночка, я, наверное, правильно выговорила вашу фамилию. Дело в том, что Леночка написала мне видео, и я решила тут же быстренько снять такое видео о том, что у нее появился котик, и она услышала, что стрижем ногти мы нашей бусинки, и как лучше отнести, чтобы стригли ее, значит, к врачу, или как вы стрижете. Мы стрижем сами, потому что не навозишься, у них очень быстро растут. И вот эта сумочка у нас еще от Васи с Тимой. Вот эти вот ножницы тоже еще когда были маленькие Вася с Тимой, а им сейчас по 15 лет. Кстати, Тиме уже 16, я говорил 15, а Васе уже 15. Тоже подобранные коты, такие же, как бусинка. Но те подобраны в подъезде, были в городе. А это у нас деревенская штучка. Такая бешеная. Вот такие ножницы. Но ножницы могут быть, Леночка, разные. Ну и для других, я говорю, может, кому-то надо. Это не обязательно, что есть такие. Вот. Я это не делаю, сразу говорю. Со мной шок, это делает сын с мужем. Я не делаю это. И вот сейчас продемонстрирую вам, значит, сумочку. И бусинка тут, а как же без нее, что ты? Вот такая сумочка, видите, тут... Это специальная сумка для того, чтобы... И, кстати, в ней можно перевозить котов куда-то, оставить на долгое время в ней. Это нормально, потому что здесь как бы она как смирительная. Вот. Сейчас одной рукой не это. Вот сюда вот. Это шейка. Вот еще тут волосики. Мы ей стригли недавно. Вот. Вот так вот у нее сюда выходит голова. Вот так, наверное, правильный. Вот. Здесь вот сюда вот лапки. Открываете чуть-чуть, высовываете лапки ей. Вот головка. Вот так правильно будет вам показать. Закрываете. Дальше. Ну, тут это... Это куда вот вы будете ее туда всовывать, что ли. Ну, короче, девчонки, не могу открыть. Вот. Здесь вот тоже... Отверстие для отдыха. Сейчас Бусю вот так вот покажу вам и пооткрываю, потому что очень туго. Вот она. Все. Не бойся, я тебе не буду сюда. И, как вы видите, чтобы я не переворачивала, там молния, там 4 лапы. Вот, раз, два, три, 4 лапы. Это вверх, это вверх. Ну, сами видите, как все тут исцарапано, потому как пока ее сюда затискаешь, мама родная. И вот сверху закрывается липучкой. Никакой молнии, ничего, просто липучками. Все. Вот представьте себе, здесь вот наша Буся вот так вот лежит. Тут вот ее головка, вот шея красивенькая ее, мордочка. Здесь у нее передние лапы, там у нее задние лапы. Вот они. И, конечно, еще под хвостик есть. И вот так вот. Вот эту сумочку можно еще ее как бы вот так вот вести. То есть можно провозить, вот так она смиренно сидит. С такой сумкой она бегать никуда не будет. Вот, мы к врачу вот в такой штуке возили ее. Потому что я вам хочу сказать, что она даже врачу не дается. Реально, настолько она вот у нас... Ну, сейчас успокоилась. Посмотрите, вот лежит. Ну, попробую ее перед вами сделать ей хорошо. Видите, она сразу... Вот, видите, она не дается. Она сразу начинает кусать. Ай, больно. Буся. Вот так мы можем, вот так. А татушки, ри-та-та, давай потанцуем. Мы вчера так смеялись, вот так вот Артем делал. А она на задних лапах такой прыг туда-сюда, и прям получилось как танец у нее. Покажи пузико, какая Буся красивая. Она все воспринимает в игру. Вот ее нельзя вот так, моя хорошая, взять, ну, как обычно, кота уберешь, тискаешь. Нет, она не дается. А первый месяц она была, ну, просто красота. Просто милота, она давалась. Эй, копилочка. Это твой влог. Давай. Вот так. Полежи, моя зайка. Полежи, мамина куколка. Ну, покажи, что ты хорошая девочка. Лапки. Лапки. Вот такие мы красивые. Мы сейчас тунца покушали, да? Вот. Ну, вот, девчонки. Где продается, не спрашивайте. Эта сумка была куплена давно, повторюсь. И ножницы тоже. Я не знаю. Но мне кажется, в любых магазинах, где все продается для котов, я так думаю. Вот.
поселили вот эту вот штуку. Да, девчонки, реально, вот я вам показываю, ничего у нас не ободрано. У нас вот эта вот часть кожаная. Вот, вот, пожалуйста, ничего не ободранное. Так, это посылочка пришла, кстати, будем открывать посылочку насчет чаев. Мы уже испытали этот чай, покупали, это уже третья покупочка, так что вам покажу. Вот, пожалуйста, видите, какие у нас углы. Вот, а это комната бусины, она шныряет. Это вот мы шторки сняли, будем с Артемом новую гардину купили красивую, повесим шторы, готовимся к Новому году. Убиралась я везде после болезни, все вымыла. Вот, видите, ничего ободранного нет. И так вот все углы. Тут вот у меня вот столик, вот ничего нет ободранного. Вот, принюхивайся, да? А потому что на прошлой неделе муж с сыном усмирили ее вот сюда. Но и то, вы знаете, вот даже здесь, это надо человека 3-4, поверьте мне, это так сложно. Вот закрываешь здесь, а она все равно что-то... Молния хорошая здесь, но она... Ой, не передать вам вообще. Очень сложная кошечка. Вот это вот... Это для, ну, дышит. То есть тело дышит у котика. Вот такая вот сумочка. Я думаю, что вы купите, Леночка. Удачи тебе, моя дорогая, с твоим маленьким питомцем. Я желаю тебе, чтобы... Она не была такой, но могу дать тебе совет, если ты его примешь. Вот, это уже желание твое, но я вот на примере своей кошки просто, как мне писали подписчики, спасибо вам огромное, вы в точку попали, что мы просто избаловали. Я не могу по-другому с котами, не знаю, вообще любая живность для меня, я по-доброму, ну не могу там... Хотя я могу, уже научилась прикрикнуть, в ладошки хлопать. Кстати, из пульверизатора брызгать, это мы еще знаем давно, мы еще тем брызгали. Вот. Но коты разные по характеру. Если вы думаете, что, например, после кастрирования они будут такими или такими разные, поверьте мне, потому что у нас куча котов всегда было, мы постоянно подбираем, дарим. Дети ушли отдельно жить тоже, каждый имеет по одному, по два кота. Хочу вам сказать, что не все они. Они как люди, характер. Вот. Бусинка у нас подобрана от дикой кошки, которая сама жила в лесу, там, в деревне. Вот. Она уличная, она и родилась на улице, она привыкла выживать. Мы ее взяли вообще такую перепуганную, дикую, полумертвую. Поэтому, ну вот так. Но хочу сказать, что нам помогло. Помогло уже то воспитание, которое мы делаем построже, это делает муж. Вот так вот за шкибончик он ее берет. Не бойся, моя хорошая, я не буду тебе делать ничего. Она и не дастся. Видите, ей только подводишь и все. Уже где-то с месяц, как он так вот, например, она укусит, она кусается, я скажу вам, ого, как больно. И он тут же берет ее так за к полу вот так вот. До первого крика, как она мяу, вот так и все, отпускайте, то есть, чтобы она знала. И потом, вы знаете, она как шелковая. Сначала не поддавалась, а сейчас уже все. То есть мы поработали над ней хорошо. В особенности муж, он посильнее, мне это никогда не удастся. Но это после того, как мы с ним были так ранены, что мы прямо... И кровь была, и очень долго заживала нога у мужа, у меня рука. Вот после такого. И теперь это она знает, что места ей нет в спальне. Она раньше, я вам говорю, что мы не могли спать. Она в дверь, не обои рядом, кстати. Вот она какая вот в этом суперская у нас. Не дерет она, а дверь. Там есть такое стекло, и она вот это об стекло вот это. Пустите меня. Это шок для нее, она всегда с нами. А тут она одна здесь, для нее шок. Но у нее целый зал, целая кухня, прихожая. Вот. Но она уже знает. Но хочу вам сказать, только двери открываем, если не бодрствует, она тут же входит. И могу, как бы, это я огорчена, хотела сказать, могу вас огорчить, но это я огорчилась, она скинула все-таки, влетела быстренько, я была на кухне, Артем зашел, темно в прихожей было, она влетела за ним и сразу прыг-прыг на тумбочку и скинула мою совушку в стекле, в шаре рядом с свечой и разбилась, потому что она стеклянный этот шар. Разбилась, вы знаете... Вот насколько я люблю Бусю, мне было очень-очень обидно и больно от того, что я вот купила такую штучку, которая, ну да, стоит она недешево, и не особо дорого, но и недешево. Мне было очень жалко, просто не то, что не денег, а то, что вот она вот так занимается, вот, лишь бы что-то сделать, скинуть. Вот она такая какая-то разорительница кошка. И я просто сказала ей, уйди отсюда, я не люблю тебя. Вот просто вслушайтесь в это. «За это я тебя не люблю», вот так сказала ей.
Я не знаю, вот просто, ну, ударить я не смогу, но я вот высказала. Она на меня так посмотрела. Вы не представляете, как она накинулась на меня. Что мне было страшно, я сразу ушла. Видимо, она поняла вот это, что я ей так сказала. Ну, со злостью я не скажу, я не злой человек, но просто мне обидно. Я говорю, уйди, озорница, я не люблю тебя за это. А Артем говорит, я уже ее уткнул на пол, на ковролин мордочкой, и она звякнула. А я услышала вот этот крик и пришла. И муж говорит, ну, солнышко, вот так вот, вот. Не углядел ее, она шмык и все, да и не углядишь ее. А так мы ее не пускаем. Короче, шкодница еще та. Видите, что делает? Ку-ку! Кто там спрятался? Ку-ку! Ку-ку! Все скидывает и кусает. Мы, если уж мы не царапаем, то тогда мы будем по-другому. Да, не мытьем, так катанем. А уж мы свое возьмем. Мы поработаем, да, моя зайка? Да вот так мама сказала вчера. Не люблю ее за это. Она раз накинулась на меня. Давай шипеть и кусать меня. Чего ты меня вдруг не любишь? Я хищник, все, мне жить надо на улице. Плохо живется ей вот так вот на диванчике и кушать тунец. Вот, это вам привет, бусятина. Просили? Уже 5 видео за день прочитала, вот она вам. Вот она, ваша бусинка, любимица. Ну скажи привет-то, что толкаешься-то? Озорнуха. Собрали елку большую. Без игрушек поставили. Пока она ее не интересует, честно скажу. Вообще просто ну, так полежит под ней. Но не интересует. Игрушки, нижнюю часть не будем вешать. Вот. Ну, она может только скинуть ее. Игрушки у нас там не стеклянные. Вот в этом только и плюс. Дай что ты. Вот так, да, еще мы можем. Вот. Поиграться это нам дай. Да. Ой. Чудо в перьях. Поехали тут розы укрывать. Гоняла там бедный Вася. Всегда на высоте поднимаются. Где куда можно все прячься суслики, когда приезжает Буся. Они уж с ней связываться не хотят. Это вообще такой грохот с первого этажа на второй, с первого на второй, с первого, джу-джу-джу по этой лестнице, бум-бум, ударится опять. Это нечего над ней наблюдать, это вообще. У меня просто не было времени, я хотела заснять ее, как она гоняет, но просто мы приехали только укрыть и тут же уехали. Ну все, прощаемся мы, что видео не было большое. Это видео уйдет в плейлист «Бусинка». Вот, это ее личное видео. Леночка, я думаю, что я ответила на все твои вопросы. Да, кстати, я заговорилась. Вообще-то к чему это я говорила? К тому, что будь построже. Сразу будь построже. Любовь любовью, да, мы любим, безусловно, но построже. Еще очень хорошо газетой. Вот, куда-то постучать газеткой, вот, это тоже очень хорошо, говорят, помогают. Ну, в общем, если у тебя будет так, то... Но надеюсь, что у тебя не как наша Буся. Желаю тебе удачи в выращивании своего питомца. Вот. Ну, я думаю, что ты, если уж взяла, ты знаешь, как делать. Все, давай скажем Леночке пока и привет ее бусинке. Мы, правда, не знаем, как зовут. Скажи привет давай другу своему. Хватит намываться, чистюлька. Эй, скажи Лене, пока, Лена, пока, Леночка, привет твоему питомцу. Чего зашукерилась, а? Ну все, друзья мои, пока-пока, до новых встреч с Бусинкой. Бусинка у нас сейчас будет умываться. Вот так вот. Вот, это был поцелуйчик. Пока.